Сегодня здесь происходит очень важное положительное событие. Сегодня мы в первый раз в одном зале принимаем граммат выигрыша в плане ставках среди юношей и девушек. Я хочу еще раз поблагодарить президента Украинского парламента за то, что он нашел время в своем очень сложном графике и все-таки приехал в Николаев специально для того, чтобы открыть этот фехтовальный зал. На сегодня это лучший фехтовальный зал в Украине, и это еще раз показывает то, что, несмотря на все эти сегодняшние трудности, государство полностью осознает всю важность развития спорта. Я уверен, что здесь, среди нас, находятся будущие чемпионы Украины, Европы, мира, Олимпийских игр. Я поздравляю всех с открытием турнира, желаю спортсменам показать свои самые лучшие качества, и пусть победят сильнейшие.